Когда человек заходит в рамку, датчик движения срабатывает, подает сигнал на насос. И в течение 6 секунд из 20 форсунок на человека попадает дезинфицирующий раствор. Наша система, она имеет форсунки диаметром 0,15 мм. Соответственно, на человека попадают не капли воды, а туман. За счет этого эффективность повышается, потому что проникающая способность выше. Преимущества данной системы следующие. Первое преимущество – это высокая мобильность, то есть установка легко собирается, разбирается, устанавливается в местах, в том числе и труднодоступных. И еще одно преимущество – это то, что мы можем использовать жидкости, как спиртосодержащие, так и хлоросодержащие. Это довольно хорошая штука, она очень простая, удобная и, самое главное, эффективная. В чем заключается простота установки этой? Она срабатывает автоматически, когда медицинский работник выходит из так называемой грязной зоны, и в течение 50 секунд происходит обработка. Обработка одежды, обработка обуви, обработка тех предметов, которые могут быть с собой. Все происходит очень быстро, образуется антибактериальная пленка. И когда уже медицинский работник будет снимать эту верхнюю одежду, то риск заражённости становится гораздо меньше.